На нашем телеканале стартует рубрика «Вместе дома». Мы показываем и рассказываем, чем же занимаются жители нашего города во время вынужденных выходных. Первый свой видеопривет передает корреспондент национального телевидения Чувашии, моя коллега Ольга Пырочкина, которая находится в отпуске. Приветствую вас, студия, приветствую, уважаемые телезрители. Вот сейчас будет шок-контент. Я не сижу дома, я гуляю. Но гуляю я на общедомовом балконе на 14 этаже. Здесь, кроме меня, ну и моего оператора, никого больше нет, поэтому я позволила себе быть без маски. Это единственный сейчас вариант для меня подышать свежим воздухом. Но вот таким образом, как я, на самом деле гуляют сейчас многие. Вот такую фотографию я сделала на днях. Это моя соседка из соседнего подъезда. Но вы спрашивали, чем я занимаюсь дома. Сейчас покажу. На самом деле существует много других более интересных занятий. Специально для вас я подготовила небольшую подборку из интернета. Ну что, прошу не относиться к данному видео слишком серьезно. Серьезных новостей сейчас и так хватает. Попробуем не хандрить вместе дома. Будьте здоровы!